Вы смотрите новости. Областной департамент по делам обороны успешно завершает год. Выполняются все поставленные высшим руководством задачи. По итогам года за безупречную службу отмечен ряд сотрудников. Департамент ежегодно по всем показателям в числе лучших по республике. И в этом году ожидается успешное выполнение всех задач. На сегодня определены лучшие подразделения. В первой тройке отделы по делам обороны Казалинского, Щиелийского и Жанакурганского районов. Итоги рейтинга департаментов будут оглашены в декабре. По итогам 2021 года мы вошли в области в число трех лучших отделов. В следующем году приложим все силы, чтобы занять первое место. Все поручения, поставленные высшим руководством, полностью выполнены. Можно сказать, мы победили коррупцию. В этом году не были зарегистрированы такие факты, а также административные правонарушения. Среди главных задач – привитие подрастающему поколению патриотизма, чувство долга перед Родиной.